Что такое импортозамещение, не понаслышке знают жители Омиконского района. Там ассортимент местной продукции с каждым годом расширяется. Летом это выращенные на полюсе холода овощи и дары тайги. Зимой местная рыбная, мясная и молочная продукция. И если в теплое время года продукцию реализуют на рынке, то зимой в этом вопросе помогает ярмарка сельхозпродукции. Она прошла в районе на днях. О продавцах, товарах и покупателях расскажут наши корреспонденты. Ставшая уже традиционной, ярмарка местных сельхозпроизводителей прошла в Устьнере. В этом году, как никогда, у нас много продукции. Удивило нас многообразием рыбная продукция. Привезли более 1,5 тонны рыбы. Это караси, местная рыба, это у нас хариус, сик, валек. Даже окуни привезли. Из мясной продукции у нас хорошо шла у нас говядина. Работал распил. Много было жеребятины, в этом году оленины чуть поменьше. Но разнообразие продукции у нас, как всегда, удивило, порадовало местных жителей местной свежей продукции. Около 300 километров нужно проехать предпринимателю, чтобы порадовать устьнерцев своим товаром. Особым спросом у населения пользуется мясо оленя и жеребенка. Многие надеялись купить молочную продукцию и местную рыбу. Рыба быстро пошла. Оленина закончилась почти. Если свинина была, то быстро вышла. Сейчас не слишком. Ярмарка осенняя своих местных производителей. Я всегда жду с нетерпением. У нас есть свои продавцы, которые привозят местное омиконское мясо. Я вот фарш купила. Мясо куплю и сейчас жду оленину чугейскую. Ну, надо своих производителей поддерживать. Несмотря на немалые цены, спрос покупателей на продукты местного производства с каждым годом растет. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Устьнера.